Продолжаем запись. Так, прыжок. Можно горожане тоже как-то влияют, если спасаешь. 5-15. Это была ссылка на Гэндальфа. Что именно? Гэндальф. Не помню, вообще ничего не понял. Kime boyunu eğmek istiyorsun? Geber kafir! Он точно кого-нибудь шибет. Ну пойдем сюда. Отлично. Здесь делать нечего. Уходи. Падлу пинать вас уже, ботов. Попробуй только сбей меня, сучонок. О, задание. Тамплиеров. Мне приказали убить их как можно больше до того, как будет похоронен матч 1. Матч наверняка один. Ты бы справился с этим заданием в один момент. А когда вернешься, я расскажу тебе, что мне удалось узнать, пока я следил за тамплиерами. Че, я работаю, должен делать постоянно этих типов. Ебать. Где же ты? Сколько их много? А сколько? 15 штук у меня. Где он? Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость. А, блять, это не тот. Ну помогите же. Ой, блять, ебло ебаная нахуй. Ебаная, блять, помойка ебаная, блять. Че, где он, блять? Здесь что ли? Вон он. Бля, хуй попаду в него сейчас, наверное, да.
Все, вот он. Отлично. Отлично. Иди сюда, подожди. Где? Вон он, другого. Так, следующий. Следующий, блядь. Где он? Вон, вон того. Минус один. Так, спускайся сюда. Беги. Тебе здесь делать не кровь тех, кого называли друзьями. Мы все пострадали из-за этого. Но сейчас... Где он? Сейчас нам дается возможность искупить. Найс. Так, все. Пошли. Нашему типу. Бля, как же легко. Как же легко это делать с крыш. Просто кидать. Это очень удобно. Жаль, что я это осознал поздно. Спускайся. Спускайся. Теперь я знаю, зачем вступил в клан. Находиться рядом с тобой — великая честь. Теперь о людях Робера. Они опытные воины. Биться с ними со всеми сразу будет неразумно. Лучше заставить их преследовать тебя и убивать по одному. Преследовать. Но не мне, конечно, учить тебя, как вести себя в бою. Во-во. Прошу простить меня, господин. Я обычно прям вглубь. Понимаешь? Как бы сразу ныряю. Куда это? И выныриваю один. Как можно быть таким беспечным? Не понимаю, чего он хочет добиться. Почему? Похоже, он куда-то спешит. Почему он так спешит? Он, похоже, спешит. Проливали кровь. Кого называли друзьями? Мы все пострадали из-за этого. Нахуй иди. Но сейчас нам дается возможность искупить грехи. Начать все заново. Заключим же мир с крестоносцами. Заживем единой семьей. Я хочу есть, я так голодна. Мы должны быть сильными и храбрыми. Должны взглянуть в глаза бывших врагов и назвать их друзьями. Крестоносцы пришли в Иерусалим, чтобы дать нам возможность прекратить сражение, остановить войну, объединиться. Мы не должны отказываться. Иди сюда, дружочек. Пизды сейчас получать будешь. Давай, 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 туда, 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 да, 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 да. Сука ебаная. Сука. Ой, ёбки, блядь, два на одного, нахуй. Я вам, блядь, покажу. Ой, ёбки ебаные. Что, один остался? Пиздюк. На тебе, блядь, ответку. Давай, ты теперь ебало свое открой. На. На. Ты говоришь о мире, но слова твои пусты. Нет. Сука. Я говорю правду. Почему ты не веришь мне? Ты тамплиер. Что из этого? Это значит, ты лжец и мошенник. Как и твой хозяин. Где он? Что он задумал? Он ищет лишь так мира. Шел. И делами доказывает это. Он христианин на мусульманских похоронах. Мы хотим положить конец войне. Лишь потому, что война мешает вашим планам. Но наша цель благородна. Мы объединим страну под нашим флагом. Объедините путем силы. Вы поработите нас всех. Это вам на пользу. Нет, это не так. И пока я и мои братья живы, мы этого не позволим. Убежали.
Каковы истинные мотивы Робера? Четвертая! О, флаг. Отсылка на Гэндальфа. Кто такой Гэндальф? И что за отсылка? О, плюс два сразу. А, еще одного мужика положил тут. И выйди отсюда. Сюда пойдем. Да, ну и времена. Он точно. Надо мечи украсть у типов. Так таких, как ты, надо убивать. Ладно, ебал рот. Добром это не кончится. Меня молю тебя. Альтаир, друг мой, ты должен помочь. Малик велел мне убить несколько лучников, чтобы наши братья не были стеснены в перемещении. Обычно трудностей не возникает, но тут эти похороны. Порядок в городе сейчас поддерживают самые лучшие стражники. Мне с ними просто не справиться. У меня к тебе две просьбы. Пожалуйста, убей лучников и не говори ничего Малику о моей неудаче. А взамен Малик. Я расскажу тебе все, что мне известно. Это Малик, который. Малик. Так, лучники, ну давай. Похоже, это больно. Уебище. Будешь, блядь, махаться тут еще. Остановите его! А, все что ли? Стаги мало, блядь. Гандон. Надо ножей украсть. Да, вот нельзя, пока они стоят на месте. 11. На месте, пока они стоят, нельзя тырить у них. Уходи-ка, пока я не рассердился на тебя! Отлично. Остановите! Убейте его! Это добром не кончится. Помяните мое слово. Долго стоять будем, девочки. Мне идти надо. Дела решать. Убери лучника, иначе я даже подумать боюсь, что со мной сделает Малик. Я знаю, ты где-то здесь. Блин, тут я смотрю. Помоги ему, Аллах, он обезумел. Лак, нахуй не надо. А, незаметно надо их убивать, окей. Будем это тоже иметь в виду. Бедняга. Аллах всемогущий. Сагимал, мама. Шелюкинский сын, блядь. Где задание? Ладно, обойдем. Нахуй пошел, еблан. Минус один. Уходим отсюда. О, еще один здесь. Где он? Вот тут вот. Да, вон он стоит. Времени у нас, в принципе, нету. Остановите! Убейте его!
Так ты меня заметил, шлюха ебаная, проститутка. Так, я не понял, как меня еблан этот заметил. Убери лучников, иначе я даже подумать боюсь, что со мной сделает Малик. Да, я уж понял. Зачем он это делает? Ну. Ебаный, блядь, шлюхинский уебан, блядь. Как труд я этого ебал, блядь. Ебаный сын хуйни, блядь. Хуйсос, блядь. Мри нахуй. GTA 5 РП, блядь. Тебе нельзя здесь находиться. Нет. Тебе не следует здесь находиться, уходи. Да ну, блядь, ты ебаный хуй, шлюхи. Одну, блядь, не может кинуть, урод ебаный. Что здесь произошло? Минус один. Тут сын хуйни ебаный еще. Сразу берем вот эти штучки. Так, сзади кидать будем в него. Убейте его! Сука, как он меня, блядь, бесит, сука. Ебаные сыновья говна, блядь. Рты я топтал ваши, блядь. Таптывал грязь, блять. Уебаны нахуй. Сука, глаза на жопе у этого говноеда конченого. Прочь, пока цел. Ебаный говноед, блять. Хуйсос ебучий. Все, убегаем сразу. Ебаный говноед, блять. Сын говна ебаного. Так, я не понимаю, как этот хуйсос, блять, идет. Действие его, блядь, ебаное. Остановитесь! Ебло, закройся нахуй. Так, где пиздюк этот? Следующий. Тут что ли, внутри? Где он? Отлично. Так, спускаемся сюда. Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость. Кажется, Кэпманн джазасы клюмдур. Угу, он следующий. Сейчас он развернется, я ему в жопу, блядь, кину. Хуяко. Не дайте ему уйти! Ебло, завали свое нахуй. Тебе благодарен за помощь. Малик никогда не простил мне неудачи. Вот что я знаю. Прямое нападение на кладбище обречено на провал. Там слишком много стражи. Нам можно прикинуться ученым. На похоронах их будет достаточно. Это потребует усилий, но так точно будет безопаснее. А, не понимаю, ученые ходят без ножей, этот чел с ножом. Так, спрячешься, дядя. Ужас. Так замаскируешься под ученого, это вообще жесть. Ученые все с ножами ходят. А, уже все, можно вернуться, чтобы к убийству приступить. Нифига.
Я думал, все задания для этого выполнять надо. Да-да, попадай. Ты же еблан. Ты же любишь ебланом быть. Тупорылым хуйсосом. Ой, блядь. Не то сделал. Хотел ёбнуть рукой его. Çık ortaya ve dövüş. Burada. Bu tarafta. Kaçman fayda etmez. Nasıl kaybettik onu? Kaçamam только думай. Ни шагу. Yakınlarda biri. Тебе сюда нельзя. Его нужно остановить. Ебало чешется. Пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель какая? Тамплиер убит? Каким образом? Иди сюда. Давай, перо, я пошел. Похоже, ты добился успеха, брат. Конечно. Я много узнал о нашем враге. Давай. Поделись своими знаниями. Посмотрим, чем они помогут нам. Робер и его тамплиеры приехали в город, чтобы оказать последние почести Маждаддину. Они будут на его похоронах. А значит, и я тоже. Зачем тамплиерам это понадобилось? Не знаю, но уверен, выясню это. Что же до горожан, то их мнения разделились. Многие с радостью перебили бы тамплиеров. Другие думают, что рыцари здесь, чтобы заключить мир. Мир? Я же рассказывал. Те, кого я убивал, говорили именно это. Это сделало бы их союзниками. А мы их убиваем. Не ошибись, как ошиблись те люди. Цели тамплиеров кажутся благородными, но способа их достижения нет. По крайней мере, так говорил Аль-Муалим. Каков твой план? Я приду на похороны и расправлюсь с Робером. Лучше поскорее. Спим. Пусть удача ведет твой клинок, брат. Спим и идем. Малик, прежде чем уйти, я хочу сказать тебе кое-что. Говори. Прямо так. Я был глупцом. Раньше я бы не стал с этим спорить, но сейчас... О чем ты говоришь? Все это время я так и не попросил у тебя прощения. Дурацкая гордость. Ты потерял из-за меня руку. Потерял Кадара. У тебя есть причины для гнева. Я не принимаю твоих извинений. Я понимаю. Нет, не понимаешь. Я не принимаю твоих извинений, потому что ты уже не тот человек, который был со мной в храме Соломона. И тебе не за что просить у меня прощения. Малик. Может, если бы я так не завидовал тебе, то не был бы так безрассуден. Я так же виноват, как и ты. Не говори так. Мы едины. Как мы разделяем славу наших побед, так разделяем и горечь поражений. Так мы становимся ближе. По факту. Становимся сильнее. Братья. Спасибо тебе, брат. Отдохни, если хочешь, Альтаир. И приготовься к тому, что ждет впереди. Альтаир. Хуир. Перемотка на более поздний участок памяти. Робер будет на парханах, это время для нанесения удара. Робер. Робер Дисабье. Дисабье. А я уже был, кстати, на этих. На кладбище. В Иерусалиме. Точно был. Помню, то сверху туда с крыши упал случайно. Ну как случайно, что залезть? Бля, все ебало чешется. Добегаем.
Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монет. Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость. Пожалуйста, господин, подайте. Пару монет. Я прошу всего лишь. Бля, это когда заходит на стрим и просит скины. Скин ширп. Та же хуйня, блядь. Пиздец. Пиздец, похоже. Эти попрошайки. Оп. Чуть опоздал. Ученый опоздал чуть-чуть. Чё-то, блядь, ученых здесь не вижу. Аминь. Блядь, нахуй. Мы собрались здесь, чтобы оплакать Мажд-ад-Дина, безвременно покинувшего мир живых. Я знаю, вы все ощущаете боль утраты, но утешьтесь. Ибо как все мы выходим в этот мир из чрева, так когда-нибудь и покидаем его. Такова природа вещей. Это так же естественно, как восход и заход солнца. Давайте же вспомним жизнь покойного и поблагодарим его за все добро, что он делал. Знайте, что однажды вы встретитесь с ним в раю. Как вы знаете, Мажд-ад-Дина убили. Мы пытались выследить убийцу, но это было нелегко. Эти твари прячутся в тенях и бегут от всякого, кто бросит им честный вызов. Давай, я готов. Но не сегодня, ибо один из них стоит среди нас. Он насмехается над нами и должен заплатить за это. Я заплачу, его, сколько стоит. Отведите его, дабы свершилось правосудие Всевышнего. Здорово, мужики. А как вы поняли? Руку, блядь, убрал свою ебаную. То же самое тебе говорю. Нихуя себе. Мужики. О, хорошо, молодцы. Давай, давай, своих мочи. Кучку кучнее становитесь, мужички. Тупицы. Вот этот главный. Блин, не успел, а, не успел. Сука. А, это тёлка. Вот вы гандоны, блядь, а? Руку свою убери, блядь. Быстрей. Сын проститутки ты, а? Сука, сука! Беги! Сын говна, блядь. Достань второй. Не достал. Только, блядь, я бы его сам руками, блядь, своими задушил эту суку конченую, блядь. Сведения об окружающем. Ублюдок. Конченый сука. Урод, блядь. Так, лучников сразу. Сразу лучников. Байте. Иди сюда, урод. Сучий урод, иди сюда. Что ты стоишь-то, сука? Чё стоишь? Конч. Урод.
2. Найс. Уебище ебаное. До того, как ты умрешь. Полагаю, ты ожидал иного. Что это за колдовство? Никакого колдовства. Мы знали, что ты придешь. Роберу нужно было время, чтобы скрыться. Он бежал? Че, не понял, что это тёлка? Вы разрушили наши планы. Сначала сокровища, затем наши люди. Мы потеряли контроль над Святой Землей. Но Роберу выпала возможность вернуть то, что было украдено. Превратить ваши победы в наши. Ваши сокровища у Аль-Муалима, а ваша армия нам не страшна. Что бы ни планировал Робер, он проиграет. А, ведь теперь вам противостоят не одни тамплиеры. О чем ты? Робер на пути в Арсур, чтобы объединить сарацинов и крестоносцев в борьбе против ассасинов. У сарацинов нет причины соглашаться. Не было. Но теперь ты дал им причину, а точнее целых 9 причин. Тела твоих жертв, потери с обеих сторон. Ты сделал хашишинов врагами для всех и тем самым подписал приговор ордену. Это так? Не 9, 8. Син еблан ебаный. Что ты сказал? Ты не моя цель. Я не стану забирать твою жизнь. Ты можешь идти, но не следи за мной. Мне не нужно. Ты уже опоздал. Увидим. Надо убегать отсюда быстрее. Сын шлюхи ебаный толкается. Сын проститутки, ты можешь убежать отсюда? Еблан ебаный, блять. Выблядка, сын. Убейте его! Ничего не делай! Ничего! Мог поцеловать ее, кстати. Такой шанс упустил. Ассасин хренов. Дебил, сука. Тупой. Утырок. Утырок. Да, да, упади еще. На ровном месте конч. Да, спрыгни здесь вообще. Ой, а давай спрячемся. Идеально. Идеально. Он то-то. Ебать ты макака, блядь. Побежали. О, давай. Невидимая стена была сейчас только что. Это была ловушка. Я слышал, что похороны закончились дракой. Что случилось? Робера де Сабле там не было. Он ждал меня и послал вместо себя другого. Расскажи Аль-Муалиму. Нет времени. Она сказала мне, что задумал Робер. Если я вернусь в Масиаф, он успеет осуществить это. И тогда, боюсь, нам придет конец. Мы убили большинство его людей. Ему не собрать силы для атаки. Погоди, ты сказал она? Да. Это была женщина. Странно, я знаю. Но это мы отложим на потом. Сейчас наша цель — Робер. Мы ослабили его, но этот человек умен. Он изложит свое дело Ричарду и Салахаддину. Объединит их против общего врага. Против нас. Ты ошибаешься. Это бред. Эти два человека никогда... Не ошибаюсь. И в этом наша вина. Те, кого мы убивали, стояли по обе стороны. И были важны для обоих лидеров. План Робера амбициозен, но не лишен смысла. И он может сработать. Послушай, брат, кое-что поменялось. Ты должен вернуться в Масиаф. Мы не можем действовать без разрешения повелителя. Это поставит под угрозу братство. Я думал, ты понял это. Сколько слов, Малик. Ты прячешься за Кредо, словно за щит. Он что-то скрывает от нас, что-то важное. Ты сам говорил, мы не можем ничего знать, лишь предполагать. Так вот, я предполагаю, что дело глубже, чем кажется. Убив Робера, я отправлюсь в Масиаф за ответами.
Но может, ты поедешь туда прямо сейчас? Я не уйду из города. Тогда выйди на улицу. Ищи тех, кто служил моим жертвам. Узнай все, что сможешь. Ты проницателен. Может, заметишь что-нибудь, что я проглядел. Я не знаю. Мне надо подумать. Делай, как знаешь, друг. Но сейчас я отправляюсь в Арсуф. Каждую секунду, что я медлю, враг становится все дальше от меня. Будь осторожен. Буду. Обещаю. Ну, хорошо, что хоть предупредил. Что делать будет? Это правильно. Робера не было на похоронах. Разрешите Робера в Арсуфе. Блять, как сложно. Язык заплетается. Так, мне надо выйти из города, получается, каким-то образом. Зачем сейчас. Он это делает? Да я не знаю, он сын хуйни ебаный какой-то, блядь. Тупой, блядь, швали. Стоит, блядь, в небо смотрит. И долбоеб. Что он делает? Правильное место! Нет лучше торговца, чем я! Лучшие товары во всей стране! Да, почему бы нет, нахуй. Ебись, ёлку. Для чего он это делает? Но ведь этому нужно. Там, наверное, выход, да? Да. Ну ты делаешь, блядь, ебанат. Лошадей здесь нету. Вон лошади. Берем, похуй любую. Здорово, Дмитрий. Сколько тебе лет? 18. Беги, 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 беги. Беги, 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 ебанутый. Погоню. Быстрей. Ну нахуй. Чтоб не стоял больше, не глазел. Побежали, побежали, побежали. Быстро. Куда? А куда летим-то? Куда надо? Королевство, может? Надо королевство нам? Королевство? Наверное, в королевство. Чтобы победить в схватке с несколькими врагами, используйте контр. Правильно? Да, правильно, походу. Реально правильно? Отправиться в Арсуф и убить Робера. А этого у меня нету, да? Вот надо нам отсюда так. Добись. Летим быстрей. Арсуф. Впервые слышу Арсуф, что такое вообще. Понятное дело, что город. 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 Арсуф. Арсуф. Тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык. Отвалите от меня, мужики. Все равно хрен догонить. На лошадях мужики вообще не гоняют вроде. Так они вычисляют, я же монах, как все говорят. Что, нам наверх, что ли? Наверх? Или нет? Вроде правильно иду. Бегу. Бегу, сука, за тобой. Сейчас себя ударю. Сколько мужиков. Тупик, что ли? Тупик. Тупичок забрел.
Блин. А, не, правильно вроде пошел. Да, правильно, походу. О, у меня последняя синхронизация осталась. Давай, не рассказывай. Добегаем. Добежали. Найс. Арсуф. Суф, арсуф. Если вас обнаружили, путь к побегу можно расчистить. 400 метров. Фига тут мочилово. Ой. Пера народов. Достойный противник. Но меня тебе не одолеть. Неверный, умри. А вот открылось странно. Смерть неверному! Слезай. Я поймаю. Ты хуесос. Схватите его, схватите! Тебе конец! Чем бойные мехи стёрсен? Тихо. Суки. Зачем драться надо, блядь? Гебер кафир! Я могу пройти уже? Так, стоп. У меня опять чат уезжает. Надоело уезжать чат. Согласен, как всегда. Все, побежали. Фига, мужики, вас много чё-то. Вы обычных жителей убиваете, что ли? Дураки. Тебе не победить! На тебе попку! Ягодичку прям засадила. Во, я понял, как быстрее их вырубать. Не ждать, пока они там что-то пукать начнут. Просто их начинать. На левую кнопку мыши держать и атаковать самому. Ну, тамплиер. А эти типы тамплиеры или нет? Крестами на груди. Умри, неверный! Ёпта. Ты тоже неверный! Он устает! Хватайте его! Что, он устает? За мной! Ты уже вернись сюда! Даже если не понимаешь этого! Ебать вас. Блин, вообще рабочие. И быстрее типы так отъезжают. Не надо ждать.
Где это нахер? А если кто-то атакует, контратаку быстро. Оп, все. Оп. Оп, легонечко так. Оп. Музыку щелкунчика можно включить еще. Легонечко, спокойненько. Типочков по одному вылавливаем. Иногда, конечно, конченый ассасин тупит. Я, блядь, злиться начинаю, ебло ты ебаное. Врежь его. Найс. Еще. Уже проиграл, даже если не понимаешь. Как же эта сука кричит громко. Пиратам народу. Ты скоро умрешь. Тебя с открытыми глазами. Он думает, урод, сука. Подохни. Эти, сука. Ага, пацаны, вы чё вообще летите-то так? Это вообще помойки. Чисто по одному зарубаю мужичков. На. Чё-то вообще летите только так, мужики, вы чё? На. Ты не понимаешь, сынок. То, что ты проиграл. На. Хотел убежать, слабочина. Топливая. Мужики, салам алейкум. Не приближайся. Подождите. Я принес слово, а не меч. Хочешь обсудить капитуляцию? Самое время. Вы не поняли. Меня послал Аль-Муалим, а не Салах ад-Дин. Ассасин? Что это значит? Говори да поскорее. Среди вас предатель. И он нанял тебя, чтобы меня убить? Боюсь, что у тебя ничего не выйдет. Я пришел не за вами, а за ним. Тогда говори. Посмотрим, правда ли это. Кто он? Робер де Сабле. Мой лейтенант? Он предаст вас. А он говорит иначе. Он хочет отомстить вашему братству за то, что вы устроили в Акре. И я его поддерживаю. Немало из моих лучших людей пало от ваших рук. Это я убил их, на то были причины. Выслушайте меня. Вильям Монферрат. С помощью своей армии он собирался захватить Акру. Гарнье де Наплус. Он сумел бы внушить что угодно всем, кто не подчинится. Сибранд. Он планировал установить блокаду на море, чтобы вы не смогли прислать помощь. Они предали вас. Приказы отдавал Робер. Ты ожидаешь, что я этому поверю? Вы знали этих людей лучше меня. Вас правда так удивило знание об их грязных намерениях? Это правда? Повелитель, перед вами ассасин. Эти твари известны своим коварством. Конечно, это неправда. Мне нет причин лгать. О, есть! Ты боишься за свою драгоценную крепость? Ей не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев. Я сражаюсь за жителей Святой Земли. Если мне придется отдать жизнь ради мира, да будет так. Складывается странная ситуация. Каждый из вас
обвиняет друг друга. На это нет времени. Я должен ехать к Саладину и заручиться его поддержкой. Чем позже, тем сложнее ее будет добиться. Подожди минуту, Робер. Зачем? Чего вы хотите? Вы же не верите ему. Это важное решение. Я не могу принять его сам. Пусть его примет некто более мудрый. Спасибо вам. Нет, Робер, не ты. Кто? Всевышний. Пусть все решит поединок. Несомненно, Бог будет с тем, чье дело праведное. Если вы этого желаете. Желаю. Пизда тебе. Да будет так. Дружище. К оружию, ассасин. В смысле, один на один? Толпа на одного? В смысле, дебилы, что ли? Тупой правитель. Вместе с ними тебя надо завалить тоже и все. Подожди, я вам ебало всем набью. Сначала свое ебало начищу. Все, поехали. Ебали. Рыцари ничем от опников не отличаются, походу. Чисто толпой. На одного. Но. А, я думал, это главный этот лейтенант. Я думал, я лейтенанта убил. Руку убери свою, уебок. И в попочку немного. Наштрыкал ему. Все. Да, блять. Нож возьми свой. Возьми нож. На. Расынган. Твоему плану конец. Сын, но... Впрочем, и тебе. Ты ничего во всем этом не понимаешь. Ты лишь марионетка. Он предал тебя. Как и меня. Говори яснее, тамплиер. Аль-Муалим. Либо молчи. Он послал тебя убить девятерых, так? Тех, кто хранили тайну сокровища. И что с того? Но его нашли не девять человек, ассасин. Не девять, а десять. А десять. Ха! Кто десятый? Аль-Муалим. Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Скажи мне его имя. О, ты его хорошо знаешь. О, да. И я сомневаюсь, он мне приказы отдавал. Что ты заберешь его жизнь с тем же рвением, что и мою. Кто? Аль-Муалим. Это твой хозяин. Аль-Муалим. Но он не тамплиер. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает? Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? Он повелитель ассасинов. Да, главный лжец. Мы с тобой лишь пара пешек в большой игре. И теперь с моей смертью остался ты один. Думаешь, он даст тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют. А его да. Твой хозяин и я отличаемся лишь тем, что он делиться не хочет. Нет. Ирония судьбы. Я, твой злейший враг, не желал твоей смерти. Но ты забрал мою жизнь. И этим положил конец своей собственной. Так, стоп.